Мусорная реформа – это механизм, который пока не отлажен и периодически дает сбои. Такой вывод сделала окружная комиссия, проверяя садоводства, расположенные в черте города. Так, у ДНТ «Солнечное» во время рейда мэра округа Сергея Петрова была обнаружена свалка мусора. Как выяснилось, микрорайон «Европейский», соседствующий с товариществом, не имеет собственной контейнерной площадки для сбора отходов. Однако вопрос окружная администрация урегулировала максимально оперативно. Сразу же я осуществил звонок. Хотя пришлось далеко звонить, председатель ДНТ отдыхал за пределами нашей страны, но тем не менее он откликнулся, и вот на второй день мусор уже был вывезен. Я, нужно сказать, что и сам удивился вот такой оперативности. Вот. Дай бог, чтобы это было везде. Комиссия осуществляет ежедневные рейды по садоводствам. Проблемных СНТ в черте города немного, однако к тем, кто нарушает график вывоза мусора, будут приняты соответствующие меры. Из 134 товариществ документы на заключение договоров с региональным оператором подали чуть более 100 дачных сообществ.